понедельник в Самарской области будет пасмурно. Местами пройдут небольшие дожди. Днем 19-25 выше 0, ночью плюс 14, плюс 16 градусов. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду. В Сызрани небо в тучах, небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 15 градусов. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно и небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 16 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 23 градуса, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.